Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и конец сентября. Становится прохладно, небо пасмурное. А у меня до сих пор перцы сладкие, мини. И крупные рамира, вот такие шикарные перцы. Все растет на улице, в открытом грунте. Я не тороплюсь убирать. Растет все. Томаты, обратите внимание, томаты, пурпурное сердце, растут и радуют. Так что никогда не надо торопиться очень рано все убирать. Даже еще растут высокорослые томаты. Вот у меня амурский тигр пошел вниз. Так что все хорошо. Не торопитесь раньше времени выдергивать. Получайте удовольствие от выращивания овощей. Доцветают у меня гладиолусы. Розочка уже по которому разу цветет канадская. Опять гладиолус. Розы парковые. Очень много бархоток. И, конечно же, у нас на Волге виноград. Виноград огромный у нас. Едим, если честно, уже объелись. Уже не можем столько потребить винограда, сколько у нас произрастает. Всем хорошего настроения, теплой осени. Хорошей зимы, чтобы у всех все хорошо перезимовало. Ну, а мы будем готовиться к зиме. Сейчас вам еще один сорт покажу, какие огромные грозди. Супер сладкий виноград. Очень крупный. Сладкий. Винограда у нас много. У меня вот даже на траве лежит. Ветер воет. Сезон заканчивается. Какие огромные грозди винограда. Всем пока-пока. Удачи на даче и хорошего настроения. Друзья, всем добра.